7 декабря в конференц-зале IT-университета прошла презентация компании Bastau с целью привлечения в штаб сотрудников на различные должности. Данная организация занимается разработкой программного обеспечения для различных технических отраслей и государственных учреждений с целью автоматизации процессов крупных предприятий. На сайте разработчика находится вся необходимая информация с различными методами работы и сферами применения. Технология Bastau – это возможность проводить глобальные институциональные реформы, как в государственном секторе, так и в частном секторе, в международных организациях. Это новый взгляд на управление. Методика выложена на веб-сайте www.bastau.net, где описана сама методика, сфера ее применения, все то, как организована работа. Поэтому с удовольствием будем рады, если вы зайдете и познакомитесь с этим проектом. Студенты заинтересовались этой системой и в дальнейшем будут готовы вступить в ряды разработчиков программ для различных казахстанских и международных структур.